Всем привет, с вами Виталий. Сегодня расскажу вам, как и обещал, о проекте PaidVerts, о том, как здесь зарегистрироваться, собственно, что это за проект. В основном видео будет направлено на регистрацию, потому что сайт на английском, у некоторых могут возникнуть проблемы. Итак, ребята, в нашей группе переходим по ссылке на PaidVerts, копируем ее, вставляем в соседнем окне браузера. Нажимаем Create Account. Вводим ваше имя, вашу электронную почту, пароль, подтверждаем пароль. Здесь выбираем mail мужской, female женский. Дату рождения. Вводим свою дату рождения, потому что если вы введете чужую, потом могут быть проблемы с вводом средств отсюда на различные системы платежные. А здесь то же самое подтверждаем вашу дату рождения, нажимаем Open Account. Открываете аккаунт, попадаете в такое окно. Сейчас залогинюсь. Специально открыл новый проект для того, чтобы потестить, насколько можно сейчас по новой системе и разработанной продвинуться вперед, насколько быстро. Логинимся. Так, смотрите, перед вами появится вот такое окно. Собственно, первое, что нужно сделать, это поменять капчу. Нажимаем My Account, Account Data, и вот здесь у вас будет Switch to Google. Переключаемся. Капча от SolveMedia очень сложная, очень геморройная, нам она не нужна. Далее смотрите, вся реклама, которая вам приходит, она приходит вот в это окно, Paid Ads. Первоначально вы будете отщелкивать в первый день рекламу за БАПы. БАП – это внутрисайтовая валюта, вокруг нее, собственно, крутится весь маркетинг сайта, весь ваш заработок. В группе, вот в обсуждениях, PaidVerts, вы можете найти всю, в принципе, информацию. Здесь я выложил табличку по группам, ориентировочный заработок, собственно, по вашим группам, то есть зависящий от вашего количества БАПов. Соответственно, первый день пойдет в эту категорию. В следующем видео расскажу, как можно быстро можно стартовать и, собственно, эти категории достаточно быстро пройти, ничего не вкладывая. Напоминаю, что вложений здесь никаких нет абсолютно. Если, конечно, есть желание, можно вложить, потому что перейдете сразу на большую категорию, деньги эти отбиваются буквально там в течение там 3-4 дней. Да. То, что вот здесь я написал, табличка вот эта, да, это ориентировочный заработок. В принципе, как показывает практика, каждый день он больше, чем здесь написано. То есть уже на первой категории за дополнительные пакеты вы будете получать от 10 центов. Так, в принципе, все. Встретимся в следующем видео, где я, собственно, расскажу вам о том, как быстро стартовать, чтобы не тратить лишнее время, какую рекламу щелкать, какую не щелкать. До встречи, друзья!